давайте сядем, а? Ребята, сегодня в гостях у телестудии «Орленок» маршал Советского Союза, герой Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. Иван Христофорович приехал к нам для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, ребята, задавайте вопросы. Ну, пожалуйста. Мы юноармейцы. Некоторые из нас хотели бы стать военными. Иван Христофорович, скажите, пожалуйста, какая из сегодняшних военных профессий самая нужная в армии? На этот вопрос трудно ответить. Мы, военачальники, и наша военная доктрина советская, исходим из того, что бой, сражение, операция, в целом война выигрываются совместно всеми родами войск. Ну, это значит, и стрелки участвуют в этом деле, и танкисты участвуют, и артиллеристы, и связисты, и воздушно-десантные войска, и авиация. А если это дело происходит где-то на побережье моря, то и военно-морской флот. Все специальности военные, они нужны. Но теперь дело ваше, какую специальность вы полюбите. Вот я вижу, ты в военно-морской форме. Видимо, у тебя есть стремление попасть в военно-морской флот. Я думаю, что не ошибешься, если пойдешь на флот. Ну, а другой, может, в авиацию захочет. Третий – в ракетные войска. Это определяется в возрасте примерно около 15 лет. Когда юноша достигает этого возраста, у него складывается уже характер, привычки, да. Ну, появляется желание к чему-то себя посвятить. Это приходит естественным путем. Иногда молодые люди ошибаются, делают неправильный выбор. Я вот рекомендую каждому из вас, прежде чем решиться на какой-то шаг, продумать как следует, а потом уже принять решение, которое, так сказать, ну, на всю жизнь останется успешным. Спасибо, Иван Христофорович. Ребята, еще кто хочет задать вопрос? Иван Христофорович, скажите, пожалуйста, вы награждены многими орденами и медалями. А какую из наград вы получили первую и за что? Ну, постараюсь рассказать. Был грозный 1941 год. Глубокая осень. Войска Юго-Западного фронта вместе со штабом фронта оказались в исключительно трудном положении, в окружении, собственно говоря. Я был в это время вне окружения, зоны окружения. И вот меня вызвали в штаб главнокомандующего юго-западным направлением и предложили на самолете перелететь линию фронта и передать командующему Юго-Западным фронтом важное оперативное приказание. Я с этой задачей справился, перелетел линию фронта, сел на одном из аэродромов, нашел командование фронта, передал это распоряжение, а потом вместе со штабом фронта участвовал в организации выхода из окружения наших войск. В процессе выхода из окружения мы попадали в очень трудное положение. Мне пришлось выводить из окружения основную часть штаба фронта. Мы прорвались через двойное кольцо окружения противника и вышли к своим войскам. Вот за это я и был награжден впервые орденом Красного Знамени.
Ребята, кто еще хочет задать вопрос Ивану Христофоровичу? Пожалуйста. Иван Христофорович, скажите, пожалуйста, как по-вашему, может ли совершить подвиг парень, который силен физически? И вообще, что лежит в основе подвига? Хорошо. Подвиг – это акт героизма. Это такой поступок, для совершения которого нужно проявить максимум воли и сил своих. Вот вы спрашиваете, что если парень обладает силой, физически развит, может ли он совершить подвиг? Конечно, для совершения подвига нужны и физические силы, но это недостаточно. Нужно, чтобы морально человек, который собирается совершить подвиг, был высок. Ну, для советского человека это прежде всего преданность своей родине, своей партии, народу. Вот это качество, этот патриотизм, он вооружает каждого советского человека, когда нужно совершить подвиг. Ну, для иллюстрации я хочу привести вам, ну, пример один. Вот вы хорошо знаете трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. Он сбил 59 самолетов вражеских. Ну вот вы представьте, в каких условиях он сбивал эти самолеты в воздушном бою. Он же ведь подвергал свою жизнь опасности. Его самого могли сбить, и он мог погибнуть. Вот именно любовь к родине, верность партии, патриотизм глубокий его вынуждали или подбадривали, заставляли совершать свой подвиг. Но одним желанием подвиг нельзя совершить. Одной волей не совершишь. Надо еще умение. А для летчика какое умение? Это значит хорошо владеть своим самолетом, так? Направлять, да, производить маневры по отношению к вражескому самолету, уходя от ударов и вместе с тем нанести удар по самолету противника. Так что вот для подвига, оказывается, много нужно всяких факторов. Тут и преданность родине, и сила физическая, и моральные качества, и, кроме того, умение владеть своим оружием. Ребята, еще задавайте вопрос, пожалуйста. Зенкова Лена, 59-я школа. Иван Христофорович, некоторые ребята думают, что командиру легче в бою. Он командует, а остальные солдаты выполняют его приказания. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете? Я думаю, что эти ребята неправильно думают. Во-первых, командир вместе с рядовыми солдатами разделяет участь этого боя. Он принимает активное участие, подвергает также свою жизнь опасности, как любой боец, подчиненный ему. А кроме того, он должен подумать и принять правильное решение, чтобы не подчиненные ему, подчиненные подразделения не несло бы лишних потерь, чтобы малой кровью достигнуть победы. Поэтому гораздо сложнее, гораздо ответственнее быть командиром, чем простым солдатом-бойцом. Хотя и боец совершает в каждом бою такие поступки, героизм, который вызывает восхищение у его начальников, у его товарищей. Спасибо. Ребята, еще вопросы, пожалуйста. Сафронова Ира, Раменская первая школа.
Иван Христофорович, в книгах мы очень много читали о том, что в победе на войне помогает не только военная подготовка войск и вооружения, но иногда и хитрость полководцев. Не могли бы вы рассказать нам о какой-нибудь своей хитрости? Постараюсь сказать. Осенью 1944 года я командовал войсками Первого Прибалтийского фронта. Вместе с другими прибалтийскими фронтами мы к середине сентября вели ожесточенные военные действия против большой группировки немецких войск, которые занимали район Риги и всю вот северную часть Латвии. Наше командование высшее решило, войска, которыми я командовал тогда, прекратить активные боевые действия на рижском направлении и перегруппировать огромную массу войск. Количество примерно такое. Почти около 500 000 солдат и офицеров, 10 тысяч орудий, 1500 танков. С северного направления, значит, с Рижского на юг, в район Шауляя, чтобы оттуда нанести удар строго на запад к берегам Балтийского моря. И всю эту группировку немецкую отрезать от Восточной Пруссии. Времени было дано исключительно мало для того, чтобы вот такую массу войск перегруппировать с одного направления на другое. Были части, которым приходилось совершать марш протяжением до 250 километров, а остальным до 100 километров. И вот эту перегруппировку надо было так совершить, чтобы противник не разгадал бы нашего нового маневра. Потому что от того, как мы проведем перегруппировку, сможем ли обмануть противника, ввести в его заблуждение и внезапно оказаться на новом направлении с главной ударной группировкой, от этого зависел успех предстоящей операции. И вот я, опираясь на свой штаб, так организовал эту перегруппировку, что за 5 дней мы с главными силами сосредоточились на новом направлении. И когда перешли в наступление, для противника это было полной неожиданностью. Его главные силы остались в районе Риги, а мы в это время ударили значительно южнее от Шауляя на Мемель, ну, на Клайпеду сейчас, как говорят. Да. Причем для того, чтобы достигнуть этого, я организовал эту перегруппировку таким образом, чтобы движение войск только происходило в ночное время. Причем машины все, грузовые, да и боевые машины, они должны были идти с потушенными фарами. Все это проверялось с воздуха, летали наши самолеты по ночам и смотрели, чтобы войска соблюдали эту маршевую дисциплину, чтобы не показывать себя врагу. А кроме того, на земле, по маршрутам, по которым проходили эти наши войска в новый район, через каждые 5-6 километров были офицерские посты с подразделением солдат. Если кто-либо нарушал дисциплину марша, маскировку марша, то обязательно тут же это все пресекалось.
Ну и последний акт хитрости, если так можно сказать, была танковая армия гвардейская в составе войск фронта. Она была как раз на Рижском направлении. Я ее, эту армию, держал на Рижском направлении вплоть до последнего дня. И причем приказал этой армии показывать себя, так сказать, демаскировать себя, чтобы противник видел, что танковая армия находится на Рижском направлении. А это убедило противника, что у нас никаких новых замыслов нет, что мы по-прежнему собираемся наступать на Ригу. Вот все эти мероприятия, они послужили большим подспорьем для того, чтобы внезапно обрушиться на южное крыло противника, прорваться к морю, причем мы за 6 дней прошли там 150 километров. И вот 33 немецких дивизии остались отрезанными от Восточной Пруссии. Они так и не участвовали в борьбе за защиту фашистской Германии. Вот это один из примеров, правда, крупных. Но я думаю, что я рассказал вам понятно. Понятно рассказываю или нет? Спасибо. Ребята, кто еще хочет задать вопрос? Саев Витя, Раменская школа номер 1. Иван Христофорович, вы командующий нашей игрой «Зорница». Скажите, пожалуйста, что главное? Научиться юноармейским специальностям или стать сильным и закаленным? Я уже немного говорил об этом, что не только надо быть сильным и закаленным, я имею в виду сильным в части физической силы, ловкости, так? И закаленным в смысле моральном. Так я понимаю. Вот. Но одними этими качествами нельзя победить врага. Нужно еще уметь побеждать. Потому что то, что сила и воля направлены на победу, они нуждаются еще в знании, в умении. Ну, например, умение стрелять, чтобы поразить противника, умение переходить в атаку, чтобы в штыковом бою его уничтожить. Умение от обороны переходить к наступлению, умение отражать атаку противника. Поэтому важна и закалка, и физическая сила, но и знание, и умение, специальность. Потому что без специалистов, стрелков, без разведчиков, без связистов мы же не можем выиграть боя. Ясно, нет? Спасибо. Ребята, еще вопросы задавайте, пожалуйста. Макаренко Валя, 127-я школа. Иван Христофорович, скажите, пожалуйста, случалось ли вам на дорогах войны встречать ребят? Что это были за встречи? И чем отличаются сегодняшние ребята от тех мальчишек? Ну, вы вероятно, все знаете, что в Великой Отечественной войне приняло участие большое количество пионеров и школьников. Они были подготовлены еще довоенными мероприятиями, которые проводились у нас в стране. Ну, прежде всего, ребята любили играть в различные военные игры. Потом созданы были для них различные кружки военно-прикладного характера. Ну, проходили хорошую школу воспитания в ленинском духе. И вот благодаря этим мероприятиям наша молодежь, в том числе и пионеры, и школьники, были хорошо подготовлены к участию против фашистов. И среди участников Великой Отечественной войны было
немало пионеров и школьников. Вот у нас в 11-й гвардейской армии, которой я командовал, был такой Афанасий Фирсов. Он из Смоленской области. Во время отхода он потерял родителей, да, сам получил ранение от осколка бомбы в ножку. Его подобрали наши военные в одной из частей. Вот член военного совета нашей армии, когда был в этой части, заметил этого маленького Фирсова и привез в штаб армии. Фирсов был очень любознательный, очень способный парень. Ни одной моей поездки по боевым частям, по линии фронта не проходило, чтобы со мной не ездил бы Афанасий Фирсов. Он вращался среди взрослых, но был сам мал, ну ему сколько там, около 9 лет было всего, 9-10 лет. Да. Но так как он вращался среди взрослых, то он, собственно, и мыслил, и действовал как взрослый. В 1944 году, даже нет, в 1943 году, открылись Суворовские училища. Вы помните, знаете, вероятно, да? Вот в Калинине было открыто Суворовское военное училище. В это время мы были в районе Великие Луки. Ну, подумали и решили, надо Афанасия отправить в Суворовское училище. Ну, снарядили с ним инструктора по летоделу армии, и он поехал с нашим обращением к командованию училища, чтобы приняли его на учебу. Но как-то там получилось, что комиссия ему отказала, этому Фирсову, в приеме. Не знаю, какие приводились доводы для этого, но это было неправильно. Ну, Афанасий был убит, что его не принимают, значит, в Суворовское училище. Тогда инструктор по летоделу ему говорит: Афанасий, давай мы с тобой завтра утром рано придем туда к подъезду этого училища и будем ждать, пока появится начальник училища. А ты умеешь шагать по учебному, умеешь рапортовать, ты подойди к нему, отрапортуй, кто ты такой, откуда прибыл и зачем. Я думаю, что ты понравишься начальнику училища, и тебя примут в училище. Ну, Афанасий, смелый парень, прошел очень много за время пребывания на фронте. Утром они пришли, он подтянулся, да, и вдруг появляется генерал. Афанасий, значит, сразу с места берет учебный шаг, подходит, в двух шагах от начальника училища останавливается и рапортует: товарищ генерал, воспитанник 11-й гвардейской армии, Афанасий Петрович Фирсов, сказал он, потом говорит, фу, ошибся, повернулся кругом, отошел на 10 шагов и снова подошел с рапортом. Он посчитал, что ему не надо было указывать отчество, Афанасий Петрович Фирсов, малыш, да. Ну, отрапортовал, очень понравился начальнику училища, его зачислили учащимся, успешно он окончил училище. Кстати говоря, когда он учился в училище и кончилась война, их училище принимало участие в параде Победы в Москве. Ну, я шел на этот парад Победы во главе сводного полка 1-го Прибалтийского фронта. А Афанасий вместе с курсантским, с этим батальоном, значит, Суворовским, принимал тоже участие в этом параде Победы. Сейчас он инженер военный, подполковник, кандидат технических наук. И я вот хочу вам показать
Где ты должен? А, вот тут. Вот это мы с Афанасием Петровичем теперь, Фирсовым, в день моего 70-летия. Видно, да? Ну, а тогда он был малышом таким. И многие, насколько мне известно, ребята, бывшие сыновья полков, прошли вот эту славную школу на фронте, а потом вот окончили военные училища, сейчас уже большие командиры. Спасибо. Ребята, кто еще хочет задать вопрос? Пожалуйста. Барышева Наташа, 552-я школа. Иван Христофорович, скажите, пожалуйста, что вам особенно дорого, когда вы вспоминаете свою школу? Ну, когда я вспоминаю свою школу, мне особенно дорога моя учительница, которая меня учила. Начала учить, вернее, в школе. Мне было 10 лет. Я сын железнодорожного рабочего. И училище, в которое я поступал, оно было, называлось тоже железнодорожным училищем. Но это училище низшего типа. Значит, там считалось двухклассным это училище, но 5 отделений. 5 лет надо было учиться, но называлось официально тогда в царское время училище это двухклассным. Мне было 10 лет, когда отец меня привел в это училище. Ну, я по-русски ни одного слова не знал. Ни одного слова. Ну, меня приняли в училище, и я попал вот в класс, которым руководила моя учительница, вот Елена Константиновна Иванова. Она очень хорошо нас учила. Я ей очень благодарен, потому что она меня сразу как-то сумела обучить русскому языку. И я уже, начиная с 3-го года обучения, был отличником учебы. И окончил отличником. Ну, хочу рассказать два эпизода из того времени. Ну, по букварю, по слогам изучали русский язык. Помню, как сейчас. Были такие слова. Значит, она читала, а мы повторяли по слогам. Папа и мама пили молоко. Но только по слогам-то. Папа, мама пили молоко. Следующая фраза. Папа и мама пилили дрова. И вдруг Елена Константиновна обращается ко мне и говорит: Баграмян, что делали папа и мама? А я еще плохо разбирался с русским языком. Я говорю: папа и мама пили дрова. Ну, весь класс, значит, стал смеяться, оживление. Да, ну, это такой эпизод, который запомнился мне на всю жизнь. Был такой случай тоже. Как-то во время урока, да, я нарушил там дисциплину и завел разговор с моим другом. Елена Константиновна в это время как раз шла спиной, туда уходила, так что я был как будто бы в безопасности, говоря, с другом. Но она заметила, заметила и, конечно, меня шлепнуло как следует по правому уху. И вот после войны, уже в звании генерала армии,
Я приехал туда, в родные места. Ну, встретился с Еленой Константиновной. Пошли мы в школу, где я учился. Она в этой школе продолжала все время работать. Да. Зашли в тот класс, где она обучала нас. Ну, дети железнодорожников, там школа опять железнодорожная, да. Но уже средняя школа, то низшая была, то средняя. Да. Ну, немножко побыли там, познакомились, беседу провели с ребятами. Я вспомнил этот случай, что она меня стукнула по уху. Я говорю, подошел к ней, я говорю, Елена Константиновна, я сейчас ребятам расскажу, как вы меня ударили. Она говорит, что вы, Иван Христофорович, я прошу вас не делать это. Вот до конца ее жизни я держал с ней связь, помогал, чем мог. Вот тут есть снимки. Вот. В школе за столом президиума мы вместе сидим. Это у входа в школу. Вот все то, что могу сказать про школу. Спасибо. Ребята, еще задавайте вопрос, пожалуйста. Некоторые ребята считают, что юнармейцем может быть стать любой пионер, независимо от того, как он учится и как он ведет себя. Как вы думаете, можно ли принимать таких ребят в Зорницу? Скажите, пожалуйста. В принципе, конечно, в Зорнице юнармейцами должны быть примерные и в поведении, и успевающие в учебе. Но я думаю, что не надо закрывать двери и другим ребятам, которые не совсем еще хорошо учатся и не отличаются хорошим поведением. Ведь пребывание в рядах Зорницы юноармейцам – это тоже большая школа для воспитания. Вы, вероятно, сами знаете, что среди юнармейцев, вот бывали такие ребята, раньше не успевающие в учебе и не отличавшиеся поведением, а вот побыли, поучаствовали во всех этих мероприятиях, которые проводятся в Зорнице. А они и воспитательного характера, эти мероприятия. И в конечном счете вот эти неуспевающие или, ну, не отличающиеся хорошим примерным поведением, они выравнивались и даже выходили в отличники. Поэтому я считаю, что не надо закрывать перед ними двери, но поощрять не надо, чтобы были бы неуспевающие или недисциплинированные. Спасибо. Ребята, кто еще хочет задать вопрос Ивану Христофоровичу? Иван Христофорович, мы знаем, что во время гражданской войны, да и после нее, вы командовали эскадроном, а потом и кавалерийским полком армянской стрелковой дивизии. Скажите, пожалуйста, сохранили ли вы свою любовь к лошадям? Лошадь, конь для кавалериста – это боевой друг. Причем я должен вам сказать, что лошадь – существо такое, которое не обладает разумом. Разум очень маленький у коня. Но у коня очень сильно развита память. И кавалеристы очень привязываются к своим лошадям. Ну вот я помню, например, службу мирного времени. Каждый кавалерист обязательно из столовой, когда идет домой, то есть это в казарму, а потом должен будет пойти в конюшню, он тащит с собой кусочек хлеба, кусочек сахара, чтобы подкормить своего коня. Во время войны, в холодное время, бывало так, что конные части прорвутся далеко вперед, в особенности зимой,
нечем кормить лошадей, так многие делили свои пайки своими конями. Вот примерно так складывается отношение между кавалеристом и его конем. Спасибо. Ребята, кто еще хочет задать вопрос, пожалуйста? Иван Христофорович, скажите, пожалуйста, а вот как понять такое выражение? Маршалы не уходят в отставку. Это такое незаконно появившееся выражение. Но я думал над этим вопросом и хочу ответить так, что каждый, кто посвятил свою жизнь военной службе, настолько роднится с военными делами службы военной, что ему трудно отказаться от этой профессии ратной. Ну, среди них больше всего служат именно маршалы, потому что это маршалы такое звание получают, ну, примерно в 60 лет, 65 лет. И большинство маршалов родов войск, маршалов Советского Союза, они не уходят в отставку, фактически не уходят в отставку. Хотя выполняют поручения министра обороны и остаются в рядах вооруженных сил. В этом смысле маршалы не уходят в отставку. Спасибо. Ребята, кто еще хочет задать вопрос? Иван Христофорович, многие из нас читали вашу книгу «Так начиналась война». Скажите, пожалуйста, будете ли вы писать продолжение этой книги и о чем она будет? Значит, первая книга моя, вы правильно назвали, «Так начиналась война». Она охватывает канун войны и первые 6 месяцев войны. События описываются, которые имели место в это время, на юго-западном направлении, на Украине, вплоть до Ростова и Подмосковья. Ну, вы, вероятно, знаете, что это был самый тяжелый период, самый тяжелый. Война вначале для нас началась в крайне неблагоприятных условиях. Ну и враг был очень силен, очень. И вот этот период, этот тяжелый, а он и самый героический период, потому что в этот период наша армия, наш народ, партия, правительство не потеряли себя. Они сумели, так сказать, сохранить в своих руках твердое руководство страной, армией и всеми мероприятиями, связанными с ведением войны. Армия сражалась героически. Некоторые пытаются вот за рубежом доказывать, что в это время наша армия не сражалась, что мы как будто бы только и знали, что отходить. Это ложь. И вот, чтобы опровергнуть эту ложь и показать, какой была наша армия, как нами руководила партия, правительство и наше высшее военное командование, я и написал вот эту первую книгу «Так начиналась война». Но это только 6 месяцев войны. А вот сейчас я пишу вторую книгу. Она будет называться так: «На путях к великой победе». В этой книге я хочу описать все события войны после этих 6 месяцев до победоносного окончания войны. Ну, я обещался эту книгу закончить, рукопись закончить к осени этого года.
В будущем году, если я справлюсь с этой задачей, она будет издана, эта книга. Спасибо. Иван Христофорович, я вам хочу задать такой вопрос. Угу. Громче только, чтобы все слышали. Угу. Что бы вы хотели пожелать нам, ребятам? Благодаря усилиям ваших дедов, бабушек, отцов, матерей, старших братьев, сестер, созданы прекрасные условия для счастливой жизни нашей советской детворы. И прекрасные условия для всестороннего развития каждого из вас и подготовки к жизни, которая вас ожидает, большой жизни. Вы видите, что люди старшего поколения очень многое сделали. Прошли через очень суровые испытания, преодолели массу лишений, массу трудностей. И сегодня наша страна выглядит экономически мощной страной, в военном отношении самая сильная в мире. Культура у нас высокая, техника получила высокое развитие. Предстоят большие задачи для дальнейшего развития нашей страны. Ну, сейчас пока люди старшего поколения этим занимаются. А дальше что? Это старшее поколение уйдет постепенно из жизни. Вот вы должны вступить, занять их место, взять в руки эстафету и вести нашу страну к более высоким достижениям, к более счастливой жизни наш народ. Время, имейте в виду, очень быстро идет. Вы, наверное, сами замечаете. Не успеешь оглянуться, а уже год прошел. Вот. И вот надо использовать вам те возможности, которые вам даны, учиться. Знания надо приобретать большие, чтобы уметь что-то делать. Но это и очень важно. Но еще важнее воспитать себя в духе беспредельной преданности своей родине, любви к своему народу, преданности нашей партии, ее ленинским взглядам. Ну и потом надо, кроме всего этого, и быть физически здоровым. Значит, заниматься спортом для того, чтобы быть здоровым. У нас не зря говорят, в здоровом теле здоровый дух. Вот на этом благородном пути я вам и желаю больших успехов. Мы все очень благодарим вас, Иван Христофорович, за ваш очень-очень интересный рассказ. И желаем вам доброго здоровья. Большое спасибо. Оп! Нет, так не годится. Организовано. Я вам сказал насчет плана. Давайте так, на два шага все назад. Ну-ка. Два шага, да, не бойтесь, я всем подпишу. Не надо тоже толкаться, надо показать высокую дисциплину, выдержку. Это тоже относится к области подвига. Подвиг можно совершать не только на войне и на революции, а и в жизни.
Нет, давайте теперь отсюда, я перейду. Справедливость должна быть, да? Стол двигается. Учитесь владеть собой.